Разборки на стоклеточной доске. В Минске завершился чемпионат Беларуси по шашкам. О драматичном финале и борьбе за билет на континентальное первенство расскажет Екатерина Лихошапка. Задумчивые лица, сосредоточенные взгляды. Участники первенства страны по шашкам максимально сконцентрированы на черно-белой клетчатой доске. Позади 10 дней турнира и 10 туров. А на кону статус чемпиона Беларуси и розыгрыш путевок на европейский турнир в Сочи, который состоится в конце нынешнего года. В мужском финале ситуация сложилась особенным образом. Сразу три человека шли в двух очках друг от друга. Победу в итоге одержал Евгений Ватутин. Мини-сенсация произошла и в женском зачете. Действующий лидер мирового рейтинга среди женщин Ольга Федорович уступила звание чемпионки страны Яна Якубович. Яна Якубович так само, яна, в принципе, только 17 годов будет в этом году. Яна чемпионка света, была сирот кадетов не так давно. И призером чемпионата Беларуси была, по-моему, в 16 году. В целом же чемпионат прошел рассудительно и спокойно, как и подобает быть настоящему шашисту. В отличие от многих видов спорта, летнего отпуска у повелителей клетчатой доски не предвидится. Этапы Кубка мира и международные соревнования по скоростным шашкам тому причина. Значит, будут этапы Кубка света, Ось и сестры Федорович собираются удельничать. Этапы Кубка света, еще в конце травня и початку червня отбудется чемпионат света по близковичной и худкой гульни. Это литерально 3 дни у Италии, у Бергамо. И я так меркую, что чемпионы Беларуси по выниках этого чемпионата, махчима еще некто, примут удел в чемпионате света. Осталось поздравить победителей и пожелать нашим шашистам удачи на предстоящих соревнованиях.